Секундочек 5 большинства своровало у соперника. Болгарева здорово! Выходит к воротам и Пругова выручает. Вот это момент! Смотрите, что делает Болгарева. Печникова оставила неудел Шибанову. Ну и Маркова не успела на возврате. У них был игровой тонус, в отличие от Уфимов, которые с 11 января не играли. Момент у Болгарева. Выход в ноль и забивает Болгарева. Но она заслужила этот гол. И со второй попытки после выхода. Но не получилось. И, конечно, вот эту длинную передачу нужно отметить. Баталову никто не подстраховал почему-то. И Болгарева в ближнем бою визуально очень легко разобралась с Анной Пруговой.